Всім привіт! Це «Хроніки війни» з Тетяною Поповою. І сьогодні ми будемо обговорювати 52-й день війни з екс-депутатом Держдуми Російської Федерації, полковником ФСБ в відставці Геннадієм Гудковим. Доброго дня, Геннадій Владимирович. Ну, будем надеяться, что добрый, хотя я последние 40 с лишним 50 дней здороваюсь. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, терпения и удачи. Ну и, конечно, всем нам общей победы. Да, спасибо, что вы здесь скорее на нашей стороне, а не на стороне агрессора. А еще в начале марта появилась информация о том, что начали... Сомнения высказали, скорее всего. Не, я не сомневаюсь. Вот вас я не сомневаюсь. С 2004 года. С 2004 года. У меня первый крупный, серьезнейший, принципиальный конфликт с этой властью был в 2004 году. С тех пор я в оппозиции. Да. Начались вроде как чистки в структурном подразделении ФСБ, которое отвечало за Украину. 5-я служба ФСБ, исправьте меня, если я не права, ходили слухи, по-моему, об этом как раз Илья Пономарев написал, что генерал Беседа, глава этой службы, в Лефортово, но мне Марк Фейгин не подтвердил, что он в Лефортово. Ну, вернее, в Лефортово не подтверждают, что у них есть такой, значит, заключенный. А что вам известно об этом? Ну, Илья Пономарев говорил про Суркова, это его новость. Леонид Невзин говорил про арест 20 генералов, тоже, видим, какие-то есть источники информации, мне кажется, о возможном или будущем, грядущем аресте. Вот, мы про Беседу слышали с вами из других источников, но я думаю, что это пока еще не чистки. Это еще не чистки, это обострение внутри клановой, внутри кремлевской обстановки. Вот там тот же генерал Беседа, он один из фигурантов, который мог принимать участие в крышевании, расхищении средств и участие в этом расхищении средств. Путин, как утверждает американская разведка, это более надежный источник информации, разгневан, обижен на всех, раздосадован. В общем, ведет себя как человек, давно потерявший и политическую, и, по-моему, там психическую адекватность. Потому что обижаться он должен на себя. Если бы он позвонил любому из нас накануне войны, мы бы ему сказали, что это приведет к поражению, к проигрышу, что это бессмысленно, что это навсегда уничтожит Россию, да и, в общем, в конечном итоге уничтожит его собственный режим. Я думаю, что это произойдет, и поэтому весь мир это понимает сегодня с Украины, давно, с первых дней войны. Я вот думаю, что в этом и кроется залог и военного, и политического, и морального, и нравственного поражения Путина и победы Украины. Вот поэтому сейчас пока еще нет раскола вот того, который мы ждем, он намечается. Там идут трещины по всему фундаменту политической власти. Обострилась борьба кланов, обострилась ситуация внутри вот этих крупных группировок вокруг Путина. Ну, например, утверждает, что клан Чемезов в основном покинул страну. Покинули страну практически все олигархи. Практически все олигархи. Я их вот даже некоторых ухитрился встречать. И то в Израиле, то там на Кипре, то и в других странах, они не находятся в России. То есть они прекрасно понимают, насколько опасно там сейчас в стране оставаться. И обстановка, которая напоминает вот этот пауков в банке, ты можешь пасть в жертву любой интриги, любого клановой борьбы, быть обвиненным чем угодно. Российское законодательство сегодня позволяет сажать любого человека до 15 лет. Поэтому все оттуда на всякий случай свалили, включая там небезызвестного Анатолия Чубайса, который прекрасно чувствует конъюнктуру, и вот он, видимо, почувствовал эту конъюнктуру, исчез из страны. Ну вот непонятно, где находится Алексей Кудрин, я к нему отношусь среди всей этой когорты, наверное, все-таки с большим уважением, он, по крайней мере, пытался наладить контакт между оппозицией и Путиным еще там в 2011-2012 году. Но то, что он тоже уехал и во вторник не появился, тоже как-то немножко странно, хотя я заявил, что во вторник будет Совет Федерации. Обстановка, конечно, в вот, окружении Путина, она намного более реалистична, чем вот этот патриотический угар, в котором находится ватно-бодловатое население России. Элиты, в отличие от этих людей, прекрасно понимают, что Путин решил их будущее страны. Но пока еще вот этот раскол, которого мы все ждем, на мой взгляд, не начался. Я думаю, что он назревает. И вот я привел примеры и олигархов, и экономический блок, который потирает руки и ждет, когда силовики окончательно сломают себе голову. А у них это такая мечта, прям с того момента, как им передали власть в стране, я имею в виду 19-й год. Вот они с этого момента ждут, когда силовики доведут страну до ручки, сломают себе голову Не знаю, что они, правда, из этого получат. Судя по всему, ничего не получат. Но вот все равно какое-то моральное удовлетворение у этого экономического блока будет, что силовики уничтожили все то, что, так сказать, можно было уничтожить. Ну, извините, это я так про наше внутреннее... Скажите, а Сурков такие действительно под домашним арестом или нет? Вы можете подтвердить эту информацию Ильи Пономарева? А никто не может. Никто не может подтвердить или опровергнуть. Я думаю, даже Следственный комитет сейчас не подтвердит и не опровергнет, потому что если Сурков находится под арестом какой-то вынесено ограничительное процессуальное действие, то никто, никому об этом не скажет. Чтобы не плодить и не порождать преждевременную панику в тех, кто еще Путина окружает. Просто представьте, сейчас говорят, что вот давайте там Шойгу арестуем, еще что-то. Но там такое начнется паника. И он же понимает, что в этой панике его и самого там придушить могут, подушку, так сказать. В неудачное время, неудачное место положить на некоторое, так сказать, количество минут, и все. Потому что вот есть же такая пословица, вы наверняка знаете, что на переправе там коней не меняет, а переправа у Путина сейчас самая крутая в его жизни. Это может быть переправа от жизни к смерти, к небытию. И он прекрасно понимает, что если сейчас совершит резкие шаги, то все быстро очень кончится. С другой стороны, понимает, что если он их в будущем, ближайшем, в какой-то определенный момент, вот его нужно не упустить и ни в коем случае, как говорится, сегодня рано, а завтра будет уже поздно, да, или послезавтра поздно. Вот найти это сегодня. Он не может и не применить мер по очистке его противников, которые формируются в армии, там, в различных других структурах. Если он их не вовремя зачистит, то они зачистят его. То есть, в общем-то, там сейчас это банк с пауками или там серпентарий единомышленников, когда каждый хочет друг друга сожрать, только ищет, чтобы кто-то отвернулся в сторону. А он скоро прорвется, этот пузырь, но это не сейчас. Это должно быть чуть-чуть позже. А вот и информация... Это моя личная оценка. Я, ведь, поверьте, вот, как бы, так сказать, просто преломляю свой... политический, исторический, жизненный опыт на те события, которые становятся нам известны. А информация по поводу того, что посадили вроде как этого Осипова, адмирала, который командовал Черноморским флотом, и что поменяли командующего вообще от российской армии войной в Украине. Это продолжение этих чисток уже в рядах военных, правильно я понимаю? И если у вас информация, а сколько реально человек погибло на этом крейсере Москва? Мы с вами не найдем сейчас этой информации. Она будет засекречена, она будет до последнего. Если мы с вами не спустимся там на дно и не посчитаем, то мы не получим этой точной информации никогда. Понятно, что сегодня речь идет о сотнях погибших моряков. О сотнях погибших моряков, сколько их там, 400 на дне, 300, 450, в общем, значения большого не имеет, но мы понимаем, что погибла большая часть экипажа. И смущает молчание родственников, я уже сегодня писал в Твиттере, что если судить по молчанию родственников погибших моряков, то большая часть из них были сиротами при жизни. Вот, поэтому вот эти все данные, они составляют главный и самый главный политический секрет. Возможно, об этом знают в Совете Безопасности. Возможно, там где-то обсуждается, и то я сильно в этом сомневаюсь. Каких-то, может быть, очень кулуарных, очень каких-то коротких контактах это может обсуждаться с не очень высокой достоверностью, поскольку Путину боятся докладывать, и эту информацию скрывают они сами даже от себя. Что касается арестов и смены руководства, да, это попытка найти какой-то выход из почти безвыходной ситуации, я имею в виду там, сирийский генерал, который, я не помню его фамилию, начал командовать российским вторжением в Украину. Я что-то сильно сомневаюсь, что это поможет, потому что, по ходу, кажется, что у генерала лишь опыт бомбардировки безоружных кварталов, безоружных городов, вот там, и тех, кто не может защищаться с воздуха. Никаким другим опытом он не располагает, а вы знаете, что сейчас поставки нового вооружения снижают превосходство России в воздухе. Я надеюсь, что все-таки... скоро наступит паритет, а может быть даже и не паритет, какое-то преимущество. Но вот это надо решать вопрос всему Западу, коллективному Западу, поскольку Украина является форпостом его борьбы с мировым злом. Поэтому я думаю, что да, вот если адмирала арестовали, наверное, достоверная информация, поскольку после гибели флагмана флота, бездарной причем гибель. То есть вот надо понимать, что это бездарнейшая гибель ключевого корабля Черноморского флота. Таких кораблей у нас, в общем-то, не так много, может, там с десятка, да и какой с десятка, а может быть несколько штук от всего и было-то. Вот поэтому, причем этот корабль ничего не успел сделать, только благополучно потонул. И, конечно, это поражение, это очень позорно для флотского начальства. Я думаю, что арест адмирала – вполне реальное событие, как и смена караула в руководстве вторжением вот этим, войной, которую начали против Украины, Россия, путинский режим. Война Путина. Война Путина. Ну, они же в ответ якобы вчера объявили, что расстреляли производство Нептунов, хотя я туда поехала, я увидела просто отпавшую стену в административном здании. Там явно никаких боекомплектов не было, потому что иначе оно бы сдетонировало и взорвалось, да? А так окна повыбивали, одной стены нет, и видно, что это административное здание, какие-то холодильники стоят, какие-то столы. Ну, короче, такое, как обычно, повоевали с каким-то мирным административным зданием. Страшная месть, да, как у Гоголя, страшная месть, только там про другое. Вот, но это страшная месть, мы видим, что она от злобы, от бессилия, от непрофессионализма, от подлости, но она ничего не имеет общего с каким-то реальным там боевым ущербом, к счастью. Вот, поэтому я думаю, что российскую армию ждет неминуемое поражение, а что вот будет дальше, это тот вопрос, который мы все время сами себе задаем каждый день по 100 раз. Но мы сейчас к нему еще вернемся, ваш прогноз на будущее, их, что они будут использовать. Я хотела уточнить такой момент. Рустам Адагамов, этот блогер, опубликовал у себя в соцсетях пост с фотографией, что ставят военный билет тем, кто отказывается идти воевать в Украину. Ну вот я так понимаю, что это, видимо... Возможно, скорее всего, наверное, такой уважаемый блогер, это реальная фотография. Вот, а что могут сделать россияне, которые реально не хотят воевать? Вот, которых сейчас пытаются как-то там переписать в контрактники, например, если это срочники, или заставить как-то подписать контракты и отправить в Украину. Только вот такие отказы и получить вот такой штамп в паспорте. А чем он, кстати, им грозит? Нет, им грозят сейчас уголовным преследованием, типа измены Родины, отказа от ее защиты. Ну, у нас так, подождите, войны же нет, вроде же не объявляли войну, это же военная операция. Все равно это измена Родины? Вот вы, как бы так сказать, понимаете, что меня подтроллите немножечко для эфира. Я это все понимаю. Но ведь у нас в России нет правил, нет закона, нет понятий. Поэтому если нет войны, но есть измена Родины. Если нет войны, то есть фейки за потери или там за действия российских войск, да? Ну и так далее. То есть ведь отсутствие одного не означает, что другое не будет применяться. Я же говорю, что страна без понятий, без законов. Страна полного произвола и полицейская военная хунта. Поэтому чего вы хотите? Конечно, войны нет, но есть наказание за военные чисто статьи, военная цензура. Поэтому, да, я думаю, что штамп это самое маленькое и самое не страшное. Ну, поставишь штамп, да черт с ним, все равно через режим скоро рухнет. Все эти штампы будут как меняться на медаль за мужество и там, за помощь Украине, отказом служить и там вторгаться и с оружием в руках. Думаю, что она так и будет, какая-то грамотная медаль, там, поощрение, такая печать будет что-то стоить в моральном или, может, даже в материальном смысле. Ну, совершенно точно в моральном, нравственном. Поэтому я думаю, что сейчас пойдут какие-то попытки уголовного преследования. Они боятся, что армия начнет массово отказываться. Им нужно попытаться запугать. Не хватает добровольцев, не хватает контрактников, не хватает... Ну, понимаете, одно дело там пребывать в полупьяном угаре или там в зомбированном угаре где-то на диване, далеко от запивасиком, так сказать, далеко от военных действий. Другое дело взять автомат и пойти доказывать, так сказать, свою правоту силой оружия, понимая, что ты получишь в ответ. Это очень, как говорят у вас в Одессе, две большие разницы, да? Поэтому будут что-то они предпринимать. Пока еще, вот я не слышал об уголовных расследованиях, но я думаю, что они не за горами. К сожалению, я вот вынужден так говорить, потому что у нас есть такое правило в России. Из всех вариантов выбирается всегда самый худший режим. Вот он и будет выбран. Сейчас, как вы знаете, от Киева, Чернигова, Сум отведены войска. У нас только ракетные обстрелы ежедневные происходят. Но на Донбассе там продолжаются ожесточенные боевые действия. На самом деле они, вот все говорят, где же это хваленое наступление? Да, оно идет на Донбассе. Просто там 3 линии обороны. Давно уже украинская армия там 8 лет вкапывалась в землю. И, соответственно, там очень сложно проходить эти все рубежи. А в Херсонской области, например, у меня знакомые иностранные журналисты, там и наши фиксеры с ними работают. Вот они ездят там уже по освобожденным деревням. Ну, там, где отодвигается линия фронта, россияне отступают, украинцы наступают. Какие вы видите дальнейшие шаги Кремля, учитывая вот складывающуюся всю ситуацию? Я бы видел, конечно, угрозу шантажа ядерного, я бы видел, да, вот как просто исходя из логики и понимания психики Путина в данный момент. Он находится в остром психопатическом состоянии, практически в военной истерике. Но меня немножко радует то, что нет данных разведок о реальном приготовлении ядерного арсенала. Вот для того, чтобы произвести, допустим, какой-то там пуск, даже тактического оружия. Есть тактическое, да, самое маленькое, оперативно-тактическое, дальше большей дальности. И стратегическое, которое там, понимаем, да, находится на триаде, вот на этой самолеты, подводные лодки и баллистические ракеты. Даже приведение в боеготовность тактического ядерного оружия, самого маломощного и менее разрушительного, оно все равно сопровождается комплексом организационных и технических мероприятий. Об этом, в общем-то, должно быть было известно разведке. И меня радует то, что пока такой информации нет. Что касается работы армии с точки зрения конвенционального оружия и наступления, то я не вижу здесь никакой перспективы. Я не военный специалист, я там не штабист, я просто, так сказать, человек, который привык доверять жизненному и некоторому опыту, делать выводы. Вот я не вижу перспективы, потому что, ну вот я сам, допустим, мы там анализируем очень часто, я говорю, ну хорошо, вот предположим, Путин сейчас окопает свои войска на южном коридоре, типа вот мы победили НАТО, мы победили всех, мы оттяпали необходимый нам стратегический переход к Крыму, и вот теперь мы будем там все, так сказать, удерживать это все. Вот видите, какая выдающаяся победа. Мы противостояли всему миру и добились от мира, что вот там мы там находимся. Ну хорошо, Путина, предположим, бы это устроил вариант. Он бы выдал там свое поражение за победу. Ему же главное власть удержать, а не добиться каких-то успехов. Все то, что он делает, это только исключительно для удержания власти. Ну, там, по большому счету, если бы можно было обойтись без военной дружбы, он бы начал дружбу, если бы это помогало удержанию власти. Но ему помогает только война. Она ему нужна исключительно для внутренних целей. Поэтому для внутренних целей, если он продал такое поражение за победу, оно было бы все хорошо для него. Но я же так полагаю, что не мир сейчас, не Украина, тем более украинский народ после понесенных таких жертв, страданий, значит, вот этой жестокости увиденной, он никогда не согласится на такой мир. И это означает, что перспективы нет. Конечно, Путин может попытаться пойти на а-ля, так сказать, донбасский вариант, Донбасс-Луганск, вот, в увеличенном, масштабированном виде там, по Крым, да? Но я не думаю, что это, во-первых, возможно, в военном смысле этого слова, истощение ресурсов в России приведет к ее физическому военному устранению с этих территорий и военному поражению. Да и главное, что Украина и весь мир будут категорически до конца воевать, чтобы не было вот этого южного коридора. Мне так кажется. Поэтому я вообще не вижу для Путина никакого хорошего выхода, кроме как застрелиться. Вот самый лучший выход, честно, застрелиться, перед этим покаяться перед народом, перед Украиной. Я понимаю, что это не научно-фантастическое предположение, но я не вижу хорошего выхода для Путина. А применение ядерного оружия, судя по реакции Запада, видимо, они сняли. Я надеюсь на это, потому что вы же сами только что сказали, что вернулись часть посольств в Киев, да, в Украину. Это говорит о том, что как-то они, ну, понимаешь, что это, наверное, знак солидарности, поддержки в первую очередь. А попробуй-ка ты шибануть по правительственному кварталу. Ну, знаете, я бы сказала, Геннадий Владимирович, если бы это были только, например, поляки, литовцы, латыши и эстонцы, я бы сказала, это знак солидарности. Но там, кроме них, уже Франция, кроме них, ну, короче, там крупные, большие европейские страны. Вы даже не обольщайтесь, это, конечно, знак солидарности, и это вызов путинскому режиму. Потому что ведь Путин сказал, что если вы там чего-то, мы шибанем вам там по правительственным кварталам. Вот туда сейчас вернулись дипломаты. А ну-ка попробуй. Вот это знак солидарности раз, это знак поддержки. Они прекрасно понимают степень риска. Ведь это сумасшедший может нанести удар. И дипломаты, живые люди, тоже судьбы, жизни, ну, там, они свои цели. Знаете, тут же, я не знаю, вы следили или нет, недавно, по-моему, американские журналисты, они даже снимали что-то там в этом бункере. И наш бывший премьер-министр, который сбежал в Россию, Николай Азаров, он рассказал, что там действительно под правительственным кварталом или где-то там есть, значит, этот правительственный бункер, который выдерживает прямое попадание ядерными ракетами. И, ну, короче, они не смогут убить Зеленского в этом бункере. Поэтому, я думаю, речь удар по Киеву, может быть, и не имеет смысла. Не, я ведь не говорю о том, что у них задача там, ударом там, убить Зеленского. У них задача разрушить, посеять панику, ликвидировать управление, нарушить связи и так далее. И я думаю, что именно поэтому вернулись часть дипломатов. Они тоже, в общем-то, проявляют определенное мужество, твердость и решимость. То есть они показывают, дорогой, или не очень дорогой, вернее, Путин, если ты попробуешь шибануть по правительственному кварталу, там наши дипломаты, там наши люди, мы так тогда звереем, что тебе там мало не покажется. Я думаю, что это вот демонстрация сегодня перелома такого, по крайней мере, в настроении. Если раньше они боялись, что этот безумный старик нажмет красную кнопку, то сегодня они по какой-то причине считают, что этого не произойдет, или, вернее, может быть, предупредили его, а он же больше всего боится терять свою жизнь, он страшно с ним боится, он там мечтает о реальном отсправании себя, чтобы править вечно в таком виде виртуальном. Ну, там много всяких этих конспирологических и прочих полуконспирологических объяснений. И вот он боится страшно за свою жизнь, недаром он там и сидит далеко от всех, и в бункере запирается, то в одном бомбоубежище находится огромном, то в другом, там на Алтае, на Урале. Человек, который патологически боится умереть. И поэтому его, видимо, предупредили, что парень, ты не выживешь, если чего-то такое, мы тебе просто это гарантируем. Может быть, это подействовало. Я уж не знаю там как, но, по крайней мере, мы видим, что Запад как-то поменял позицию свою. Он не боится больше силовых угроз Путина. Мы это четко с вами видим. Он готов, видимо, ответить как-то так, что Путину уже страшно самому становится. Я надеюсь на это. Я на это надеюсь. Но позиция Запада сильно поменялась. Да, риторика поменялась, и количество оружия, которое передается Украине, поменялось. Особенно вот сейчас после этих всех ужасов, которые все увидели в Буче, где они не успели зачистить от тел местных жителей, расстрелянных в машинах и на улицах, этих там, изнасилованных, запытанных, расстрелянных в голову. Вот сейчас, кстати, вчера, по-моему, были представители Конгресса США. Да, мы видим усиление поддержки. Мы по-прежнему не видим тех мигов, которые нам обещали. И мы увидели, да, что... Сенат, да, по-моему, проголосовал ленд-лиз, но его не передали в Конгресс, его не подписали. И у меня, знаете, сейчас такое небольшое раздвоение, потому что, с одной стороны, у меня вот спикеры-республиканцы, Гарри Табах вчера был, который, кстати, в Москве когда-то занимался. А у Гарри сейчас в Конгрессе, он прошел Конгресс? Нет, я его знаю, хорошо. Прошел только, в общем, одно голосование, его должны были передать на вторую часть голосования, но ушли конгрессмены ушли в отпуск, вот видите, приехали в Бучу даже. И Гарри говорит, что это вот такая специальная задержка, что это значит Байден и его администрация, что они всегда пытаются умиротворять Путина. Вот посмотрите, при демократах вам не давали оружия вообще, кроме этих радаров, а только при Трампе начали давать первые джавелины. А вот типа они поэтому так все и тянут. А у Украины время на часы идет, а не на недели. А у них вот 2 недели, значит, отпуск теперь. И потом еще неизвестно, сколько Байден будет его подписывать. А ваше какое понимание? Я так полагаю, что там они и без ленд-лиза начали поставлять наступательные тяжелые вооружения. У них есть программа. Но я не знаю, я не буду давать анализ того, чего я не знаю. Конечно, я считаю, что действительно Украина идет в счет на часы и дни, а не на недели. И ведь я все время говорю, что при всем том, что мир на стороне Украины и помогает, ведь экономика Украины не может работать в условиях, когда там каждую секунду может прилететь ракета там, или снаряд какой-то, или самолет, там, уничтожить то, что уже отстроено, восстановлено, там, мост, дорога, взлетная полоса там, или еще что-то. И, конечно, для Украины это тоже тяжелейшее испытание экономическое, социальное и прочее, помимо военного. Не знаю, я не могу сейчас вам объяснить, надо посмотреть, что там на самом деле происходит, поговорить со специалистами, которые лучше понимают вот эти расклады. Может быть, они пока осуществляют программу поставки, ту, которая принята, тяжелых вооружений, вполне возможно закончить, тогда уж дальше ленд-лиз открывает шлюзы. Что такое ленд-лиз? Ленд-лиз — это такая придуманная форма передачи техники, амуниции и прочего в бессрочную, вернее, в аренду, как это называется, лиз, откуда лиз, это аренда, но без оплаты. Ну, то есть фактически это поставки бесплатно вооружений и боеприпасов и всего того, что связано с войной, без утверждения Конгресса. То есть особые полномочия передаются правительству, президенту, исполнительной власти, который не должен согласовывать с конгрессменами, сенатами поставки каждой партии, каждого типа вооружений. Вот что такое ленд-лиз. Вооружение там или материальной помощи, или... Ну, я хочу сказать, что они нам пока еще не начали тяжелое вооружение поставлять, и нам больше тут Британия сейчас поставляет. Значит, надо давить. Вот просто давить на общественное мнение, в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Европейском Союзе. Оно меняется в пользу, безусловно. Вот сейчас говорит Байден о военной победе Украины, считает, что это выход из ситуации. Об этом же начал говорить Европейский Союз устами своего председателя комиссии, Еврокомиссии, Европравительства. Об этом начали говорить в Германии. Германии предложили сделать сейчас трибунал по Путину, по его окружению. То есть меняется, но надо додавливать. Надо вот сейчас это ставить задачу украинским и российским демократическим диаспорам, додавливать этот вопрос, доводить до общественного мнения. Но вы мне дали сегодня ориентир, я буду на всех эфирах, у меня их день. А еще последний, наверное, вопрос. Буду призывать Запад не перейти от слов к решительным действиям. Еще такой, наверное, последний вопрос. Как вы оцениваете, потому что есть некоторые, даже вот с европейскими политиками, да, все равно какое-то недопонимание, да, там Макрон не назвал геноцидом то, что происходило в Украине сейчас, да, потому что мы понимаем, что то, что происходило в Буче, что увидели, оно же происходило везде, просто в Бородянке потом сжигали на лесопилках, в Мариуполе работают эти крематории. По-моему, даже в Ирпене больше погибло людей, чем в Буче. Или нет? Ну, примерно так. Да. И вот он не назвал это геноцидом, да, там, сказав, что это юридический термин, и нужно разбираться. Потом, эта история со Штайнмайером, я не знаю, вы в курсе или нет, он хотел поехать в этом поезде дружбы, когда сюда ехали 4 президента, Дуда, польский, литовский, латвийский, эстонский. Ну, его как бы, учитывая его большую дружбу с Россией, якобы его не пригласили. Как? Ну, возможно. Штайнмайер, да, я его лично знаю, мы с ним встречались, когда он был министром иностранных дел. Ну, тогда он занимал довольно последовательную позицию. Тогда не было, конечно, вот этого ужаса, который называется война. Я думаю, что да, ему вот, как бы, наверное, не простили те отношения, которые у него были тогда с российским руководством. Хотя, еще раз подчеркиваю, я вот из тех бесед, которые у нас было несколько раз, я не увидел, что он там сильно такого любит, уважает Путина. Он просто признавал как бы реалии. Но это ладно, это мое личное мнение, оно сейчас не имеет никакого значения. Вот поэтому, но другой вопрос, что у них все равно в Германии идет подвижка. Ведь они же там покрыли позором, по-моему, даже отправили в отставку министра обороны, женщину, которая там сдерживала поставку вооружений и отказывалась поставлять вооружение в Украину. Они же там сейчас принимают программы, и Штайнмайер вынужден говорить о трибунале, как бы, так сказать, поднимает очень важный вопрос. Почему вот сейчас важный вопрос, опять-таки скажу в вашем эфире, если западные нас слушают и журналисты, и дипломаты, вот вы доведите до своих правительств, что сейчас очень важно было бы, и мне многие эксперты об этом говорят, просят не озвучить, составить список военных преступников. А вот прям перечислить там поименно всех этих верховных главнокоманд, начиная с Путина, и там Шойгу, и вот эти генералы, адмиралы и так далее. Почему это важно? Потому что вот как они попадут в список этих военных преступников, то остальные не попадут. Некоторые не попадут, многие влиятельные не попадут. И для них это дополнительная, возможность себя проявить, чтобы в этот список не попадать. Я так мягко скажу. Мне кажется, вот это надо сейчас сделать на Западе. Это очень важно в моральном и политическом, и самое главное, в смысле этого слова, и самое главное, что это подталкивает, усиливает раскол элит. Это тоже очень важное действие. Может быть, как раз немцы бы взяли на себя лидирующую роль в этом вопросе. Потому что мы видим сегодня страны, которые лидируют в поддержке Украины, Это там, помимо Соединенных Штатов Америки, Британия, безусловно, и, конечно, страны вот эти Восточной Европы, соседи, там Польша, Литва, Латвия, Эстония, вот Словакия, по-моему, сейчас там активно, да, ну и так далее. Вот эти страны Восточной Европы, которые понимают, что такой путинский режим лучше, глубже, точнее, и поэтому оказывают больше помощи. Может быть, вот так вот посоветовать сейчас немцам взять на себя такую роль, в школе они призывают трибунал там над Лавровым Путиным, все-таки сделать список, инициировать список, пусть в рамках Европейского Союза, вот этих военных преступников. Ну, что касается Макрона, можно только сожалеть, но, может быть, я надеюсь, опять-таки, моя личная точка зрения может быть совершенно неправильной, что Макрон все-таки осторожничает ввиду бывших выборов, он там не очень большой разрыв у них оказался с Лепен. У него там 27 чем-то процентов, а у него 24. Сейчас понятно, что он побеждает второй тур, он должен стать смелее, порешительнее, возраст ему позволяет таковым быть. Вот. И я думаю, что, я надеюсь, что Макрон встанет в ряд политиков, которые все-таки очень жестко относятся к агрессору, к войне, ко всем тем событиям фашистского типа, плана, характера, которые допускает российская армия в этой совершенно несправедливой захватнической войне кровавой против украинского народа. Если можно, вот уже очень коротко, а Болгария, кстати, как-то помогает Украине? Что-то передает, что вы слышали? Что вообще в местных СМИ, как это поддается? В Болгарии происходит в общественном сознании тектонические сдвиги. Там резко упал рейтинг Путина в разы. Болгария отказалась от вот этого двойственного курса на дружбу с Россией и все-таки там оставаться в Евросоюзе. Сейчас большую поддержку получают силы, ориентированные на Евросоюз и те, которые сдерживают отношение к России. Но идет борьба, ну это ладно, это, как бы так сказать, она пока еще не окончательный перелом, но серьезный очень перелом, сдвижка в общественном сознании. И у них сейчас, они очень много оказывают помощи беженцам с Украины. Вот я здесь живу, например, все эти летние курорты, которые на побережье, они сейчас заполнены гостиницы украинскими беженцами. Я вчера там встречался, просто вот мы совершенно случайно там люди. Они говорят, нас в магазине банан покупают. Я говорю, ну там как у вас, чего? Они говорят, да нет, все нормально, и жилищные условия нормальные, и кормят нас нормально. Кстати, делают правительство Болгарии программу. Но бананов там не дают, поэтому говорят, ну поехали. Понятно. Купить детям банан. Вот. Но пока спрос вооружениями Болгария готова была передать, но она ищет посредников, кто передал там боевые машины МИГи. Я полагаю, что она сама боится это делать непосредственно. И хотела, чтобы это как-то прошло под эгидой Европейского Союза. Она готова отдать машины боевые, у них, по-моему, целых 40 штук. Надо просто вот здесь, может быть, сейчас поактивнее Европейскому Союзу. Какая страна должна взять на себя функцию передачи, концентрации передачи этого оружия. Ведь Путин пригрозил ударом, если это оружие будет поступать в Украину. Ну, многие испугались этого. Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы защитить эти конвои и передать это вооружение Украине от имени Европейского Союза. Потому что в каждой стране может быть боязно. Я вспоминаю Голландию. Я разговаривал там с правящей партией, когда вот был сбит Боинг. И я говорил, а чего вы сидите-то? Они говорят, а мы маленькая Голландия, мы так вот не можем. Нам нужна поддержка международного сообщества, нам нужны международные структуры, международные расследования. Вот если мы одни полезем, нам типа будет плохо одним. А вот вместе с международным сообществом нам легче. Мы так тогда не так боимся. Слушайте, думаю, мы тоже маленькая Украина, с бюджетом, наверное, военно меньше, чем Голландия. Украина не маленькая страна. Украина большая, крупнейшая, одна из крупнейших стран Европы. Давайте так, по-честному. По территории после России вторая, а по населению там какая-то... Нет, я про военный бюджет, если так. А? Я подозреваю, что военный бюджет у Голландии все-таки побольше, чем украинский. У Голландии просто богаче, они похитрее, да. Они за 300 лет или 400 лет накопили достаточно богатство, торгуя со всем миром. Вот, поэтому я вот думаю, что нужна какая-то общеевропейская программа передачи оружия, чтобы не боялись эти страны расставаться со своим оружием. Да, я знаю, что они, когда расстаются с этим оружием, они договариваются с американцами, что те поставят им новую технику, или там с НАТО договариваются. Вот, вместо там МИГов им поставят F-16, какие-то там «Миражи» или еще что-то. Но, тем не менее, это надо сейчас сделать. Потому что вы абсолютно правы. Главный посыл, который есть, это вот то, что у Украины нет времени ждать. Каждый час, который нерешительности Запада, оборачивается десятками смертей, украинцев, которые гибнут под бомбами, ракетными ударами, не имея возможности от них защититься. Вот это очень важно сейчас, понимать Западу, в первую очередь, западным дипломатам, западным правительствам, западным журналистам, и доводить его до общественного мнения, необходимо срочных мер, направленных на поддержку Украины, ее военной мощи, ее сохранности населения, медицинская помощь, гуманитарная, продовольственная, техническая, финансовая и так далее. Вот сейчас это очень нужно, прямо каждый день и каждый час промедления оборачивается чьей-то гибелью. Да, спасибо вам большое за эти слова поддержки. Кстати, посольство ЕС тоже вернулось в Киев, даже еще раньше французского посольства. Вот, я думаю, что сейчас нужно с ним вести предметные разговоры по тем вопросам, которые мы перечислили. В том числе ставить вопрос о том, что Европейский Союз должен сам вместе с НАТО как-то сосредоточить в своих руках общих коллегиальных передач военной техники, в первую очередь военной техники Украины. Надіюсь, що це відбувається. Дякую вам, Геннадію Володимировичу. Нагадаю, що це був 52-й день війни Росії проти України. Ми говорили про це з екс-депутатом Держдуми Російської Федерації Геннадієм Гудковим. Підписуйтеся на мій канал, підписуйтеся на канал Ісландія, ставте лайки, розповсюджуйте посилання на це відео у ваших соцмережах, щоб якомога більше людей змогло побачити цю інформацію. Ну і побачимося в понеділок. Спасибо вам большое.